Вітаю, четвертий канал продовжує обговорювати найважливіші події за цілий день. Ви дивитесь програму «Повечір'я». Для вас працюю я, Марина Рева. І я, Михайло Шаманов. І до нашої студії завітав Борис Тезенгаузен, експерт з управління репутацією. Пане Борисе, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви також, будь ласка, беріть участь у нашій розмові і телефонуйте до нас 0800 509 222. А ми розпочинаємо. Верховна Рада України ухвалила закон про захист та функціонування української мови як державної. Документ підтримало 278 народних депутатів, 38 обранців проголосувало проти. Парламент розпочав розгляд документа ще 28 лютого. За цей час депутати розглянули 2082 правки. За Україну, за перемогу українську! «278 за! Рішення прийняте! Вітаю Україну! Вітаю всіх українців! Запам'ятайте цей момент! Мова – це перемога!» Документ регулює застосування української в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Зобов'язує державних службовців володіти українською. Закон не поширюється на сферу приватного спілкування та релігійні обряди. Також закон збільшує україномовну квоту у медіа до 90% на національному телебаченні, до 80% на місцевому. Реклама виключно державною мовою. Пане Борисе, таке довге розглядання цього законопроекту з 28 лютого, це означало, щоб якраз в парламент лише тільки займався мовним законом, не перемикався на передвиборчу гонку? Ну, дело в том, что пока мы не увидели результаты второго тура, парламент фактически не переключался на парламентскую гонку, потому что от конфигурации, кто станет президентом, хотя многие уже понимали, но нужно было официальное подтверждение. Вот от этой конфигурации зависело, кто и как пойдет на парламентские выборы. Потому что на сегодняшний день я разговаривал с рядом депутатов, у них еще нет понимания, например, как и к кому они примкнут, и вообще пойдут ли они дальше или нет. Поэтому вот парламент только сейчас начинает потихонечку раскачиваться к парламентским выборам. И я думаю, что нас ждут не менее интересные, чем президентские. Потому что градус популизма, градус шоу, градус информационно ярких каких-то вещей, которые делали на президентских выборах, поднят настолько, что парламентским выборам нужно будет теперь только поспевать за этим. Пане Борисе, чи справді ви вважаєте, що мовне питання наразі таке стратегічне для нашої держави? Тому що президент дуже багато, ми знаємо, говорив так, про мову, зокрема. Ну, от, кстати, камінь в огород президента, то есть этот законопроект нужно было принимать в начале своей каденции, а не уходя. Это первое. Понятно, что тем самым он фактически, если мы вот абстрагируемся от языкового вопроса, там, национального, а чисто технически, политтехнологически посмотрим на эту ситуацию, то Зеленского, по большому счету, растянули в шпагат этим законопроектом, потому что его же поддержала часть электората, ну, прямо скажем, русскоязычная. И вот от поведения Зеленского теперь будет зависеть, насколько он будет терять электорат вот как раз в этой части. Добре, поэтому... а с другого боку, что он сейчас может сделать? Президент подписал, это лишь подання до Конституционного суда? Ну да, то есть Зеленский взял паузу на то, чтобы подумать, посоветоваться, и сказал, что он рассмотрит его, доработает, возможно, после инаугурации. На предмет дотримання усіх прав громадян, він сказав, перевірить. Да, безусловно. Поэтому, конечно, вот для Зеленского, ну вообще Зеленский, как только он становится президентом, он сразу же начинает терять свои электоральные баллы. Потому что он начинает отвечать на вопросы, он начинает появляться, он начинает не для всех удобные и не для всех безболезненные решения принимать. И, конечно же, он сразу начинает терять. Поэтому вот для Зеленского важно было, конечно, в идеале досрочные парламентские, потому что тогда бы его партия «Слуга народа» не успела сгореть полностью, а, возможно, там какую-то серьезную часть провела бы Верховную Раду. Но так мы понимаем, что, судя по срокам, никаких досрочных парламентских уже не будет, ну, потому что если 3 числа будет у него инаугурация, то он уже не успевает фактически распустить Верховную Раду. Поэтому вот придется Зеленскому смириться с тем, что к началу парламентских от него будет конкретно от него зависеть,
доживет ли его вот эта партия «Слуга народа» или нет. Президентская же политическая сила наоборот, то есть он теперь уже президент играет от оппозиции. От оппозиции всегда играть легче, потому что ты критикуешь того, кто что-то делает или не делает, по твоему мнению. Вот поэтому будем смотреть, как БПП, желательно им выбрать новых технологов, я имею в виду Петра Алексеевича и его политической силы, потому что, вот, судя по тому, как сработали эти технологи на этой кампании, это отвратительно просто было. На вашу думку, як на життя звичайних пересічних українців вплине цей закон? Да по большому счету сильно и не повлияет. Ну, реклама у нас уже давно вся на украинском. Квоты никак. Вот когда увеличили квоты, в общем-то, никаких там демонстраций не было. Одесса, ну, традиционно, где массовые скопления русскоговорящего населения, Одесса, Юго-Восток, повозмущаются и привыкнут. Ну, то есть, по большому счету, никак он не повлияет. Главное, не резко это делать и не так жестко принудительно. Ось, дивіться, в МЗС Російської Федерації, до прикладу, пані Захарова вже заявила про те, що мовний закон – це така собі тотальна українізація. І що російська мова може бути, ну, пригнічена, чи що. Ось така позиція наших сусідів. Власне, як може відобразитись на Україні? Ну, стандартная позиция, то есть Россия всегда пользовалась фиктивной защитой якобы собственного населения для вторжения в другие государства. Вот они сейчас там паспорта собираются выдавать. Это абсолютно та же технология, которая была в Северной Осетии. Ще будем говорить сегодня про паспорты. А вот я вижу здесь другую такую опасность. То есть этот закон как раз наоборот может добавить электоральных баллов пророссийским силам. То есть мы же не знаем, сколько скрыто вот этой вот людей, которые не принимают вот этот законопроект, но они не отвечают социологам. Они говорят, да-да, мы согласны, просто они не хотят в открытую конфликтовать. И вот господин Бойко, например, и господин Вилкул как раз на этой теме могут очень неплохо доехать до парламентских выборов и собрать неплохой урожай. Ну и, власне, громадський діяч, політичний експерт Андрій Смолій акцентує увагу на тому, що закон про мову – це зручний інструмент для Росії, для дестабілізації ситуації в Україні. Давайте послухаємо пряму мову. Зрозуміло, що зараз Кремлю, який веде агресивну війну проти України, їм, звичайно, вигідно дестабілізовувати таким чином зсередини нашу державу і показувати громадянам, які не дуже розбиралися в тілі закону про державну мову, не дуже розбиралися, яким він має бути, їм нав'язували про те, що це буде там поліція, це будуть якісь жандарми ходити і змушувати на вулицях розмовляти, там арештовувати, розмовляти. От якраз про дестабілізацію. В чому вона може проявлятися? Ну, крім внутрішньої дестабілізації, я маю на увазі, та про п'яту колону, про яку всі постійно згадують. На самом деле, всі цвітні революції проходять по трьом моделям. Перше – це розкачується язиковий вопрос. Второе – это межконфессионный вопрос, религиозный. И третье – это этнический, национальный. То есть вот здесь, пожалуйста, вам инструмент для... Можно спекулювати зараз, да? Да, легко. Абсолютно легко. И, в принципе, при грамотном подходе демонизировать эту тему можно, особенно в тех регионах, где достаточное количество там, ну, медийных ресурсов, связанных с бывшими регионалами. Поэтому, если периодически показывать, ну, мы же помним, как с Крыма было, к нам едет поезд с правым сектором, все прячьтесь. Вот такую же картинку, только внутри. Тут главное, чтобы нацсовет по телевидению, радиовещанию и СБУ вовремя срабатывали. А так, в общем-то, эту тему можно локализовать. Ну да, это хороший инструмент для наших врагов вот, по внутренней дестабилизации. Ну, какие ваши прогнозы? Как думаете, будут качать эту тему? Безусловно. Так, будут, так? Дело в том, что других таких значимых тем пока что в обозримом будущем не предвидится, поэтому вот эту тему будут выжимать по максимуму. Ну, от якраз у Верховній Раді вже зареєстрували дві постанови про скасування закону про українську мову. Автором однієї з них став нардеп фракції «Опозиційний блок» Олександр Вілкул. Інша – авторство кількох нардепів, зокрема Юрія Бойка та Нестора Шуфрича. Цей поки що законопроект не відповідає 10 статті Конституції. По своїй суті, він втручається в публічну і культурну сферу життя наших громадян, обмежує їх права, в тому числі право знайти роботу в сфері обслуговування або в сфері культури. Вашу думку, от, наприклад,
політтехнологи, політики кажуть про те, що мова – це такий стовп, на якому тримається один з стовпів державності. З іншого боку, я вже бачив в соцмережах проблеми, починаються от підвищення градусу агресії про те, що нібито зараз от якраз російськомовних почали притискати, хоча поки що немає. Давайте згадаємо, що якраз за порушення закону адміністративну відповідальність відклали на три роки. На три роки, так. Да, но еще раз повторюсь, что этот законопроект нужно было подавать в начале каденции. То есть, когда уровень патриотизма, уровень национального сознания был совершенно там на другой планке, ну, мы помним почему. И потом это все начало потихоньку там спадать, и конфликт превратился в такой, ну, частично замороженный. Вот когда была активная фаза, когда вся страна единым порывом, если так можно сказать. То чего так не відбулось? Вопрос к президенту и к коалиционному, в общем-то, правительству. Понятно, что, может быть, он тогда не хотел как раз идти на конфронт, на вот это разделение какое-то резкое. Но если бы это было сделано тогда, сегодня мы бы не имели этих проблем уже давно. Ну, от на вашу думку, якщо тобто хто і як може зараз цю карту використовувати? Я маю на увазі, ну дивіться, я підозрюю лише, що, наприклад, блок Петра Порошенка буде використовувати про те, що власне армія, мову вони будуть використовувати. Ми ухвалили, ми перемогли на майбутніх парламентських виборах. Да, это вот заключительная фаза, в общем-то, тех трех слоганов, которые были в кампании Петра Порошенко, только они немножечко мимикрировали и видоизменились со временем. То есть расчет был на то, что это вот такие достижения, которые, уходя, оставляет Петр Порошенко, и они фундаментальные. Я уже сказав, через рік, так через рік, можливо, це туди. Да, но на самом деле получилось немного по-другому. То есть если еще раз технологически, политтехнологически взглянуть на эту ситуацию, то мы же говорили вот о цветных революциях. Там мова и вира – это вот как раз два разделителя, по которым делят электорат, они объединяют, ну, по большому счету. Вот поэтому Петр Алексеевич, заигрывая, скажем так, с одной категорией населения, потерял другую, как электорат. Я сейчас не без там политических каких-то окрасов, чисто технологически. Он потерял. И сможет ли он это использовать в дальнейшем, сказать сложно, потому что, например, Томас уже свое отыграл. Ну, то есть вот через, даже без виз, который прям руками можно пощупать, тоже отыграл. Что будет через полгода в этом хаотичном, диком медийном Эльдорадо, которое будет тут у нас происходить, сказать сложно. Скорее всего, Петру Алексеевичу нужно играть просто на ошибках Зеленского, если такие будут. И играть в сторону того, что ну, при нас было лучше все-таки. Вот это его единственный шанс. Но тут появляется Гройсман, который, который не имеет антирейтинга такого, как Петр Алексеевич, а абсолютно находится в лучшей своей и физической, и политической форме на сегодняшний день. И Гройсман – это конкретно электорат, ну, я имею в виду партия Гройсмана, конкретно электорат политической силы Петра Алексеевича, который он будет забирать на себя. Перетасует карты, как думает Володимир Гройсман? Конечно, конечно. Вот Петру Алексеевичу нужно вот такое относительно новое, с хорошим бэкграундом лицо, которая может повести его политическую силу. Петру Алексеевичу нужно либо обезличивать свою партию. Ну, вже ж йдуть розмови про переформатування, там через праймеріс і так далі. Да. Либо идти по формату Народного фронта, который взял 10 узнаваемых лиц с более-менее вменяемой репутацией и запустил их на коротком имидже. Они сыграли, конечно, а вот на длинной репутации сгорели. И вот поэтому Петру Алексеевичу нужно сейчас хорошо подумать, как запускать свою политическую силу. Потому что я в праймерис, честно говоря, у нас не верю. Чему? Да. До речи, дуже цікаво, чому не вірите в праймерис? Ну, потому что никто же не отменял кулуарные договоренности, промышленные группы, которые, в принципе, будут решать, кто пойдет на праймерис. И я не думаю, что там наиболее чистые, с горящими глазами молодые реформаторы как будут побеждать в этих праймерис. Питання щодо зовнішньої політики. Мається на увазі, ми зараз Верховна Рада ухвалила цей закон, який там з 28 лютого був законопроектом. Цікаво, як на це відреагує, наприклад, та сама Угорщина, тому що вони дуже, скажімо так, ніжно ставилися до угорців з українськими паспортами і завжди казали про мови нацменшин. Ще один варіант внутрішньої дестабілізації, хоча я думаю, що Венгрія
после вот этого скандала с выдачей паспортов. То есть, по большому счету, весь мир возмущается, что Россия собирается выдавать паспорта там, а Венгрия уже это делает на нашей территории. То есть, в Венгрии бы нужно сидеть и так потише вести себя, потому что этот скандал может, в общем-то, их пристегнуть к России и сказать, что они-то на территории Украины первые начали это делать. Ну і щодо паспортів, Верховна Рада України ухвалила звернення до колег з європейських парламентів, представників іноземних держав та ООН щодо наміру Російської Федерації роздавати свої паспорти жителям ОРДЛО. За відповідне звернення проголосувало 230 народних депутатів. У документі йдеться оприлюднений 24 квітня указ про надання громадянства, перекреслює Мінські домовленості та виправдовує військову присутність Росії в Україні. Ну, власне, зараз Росія йде сценарієм Абхазії, Придністров'я, наприклад, і Південної Осетії. Питання, навіщо? Тобто, таким чином вони хочуть виправдати, можливо, там, військову агресію або там, захист російськомовних і російських громадян? Ну, я, наверное, по-другому бы сказал, потому что оправдывать они могли, если бы выдали до военного конфликта, и тогда уже ринулись сюда защищать якобы своих российских граждан. То есть задача Российской Федерации была дождаться, кто станет президентом, и дальше повышать ставки в этой игре. То есть Российская Федерация как действует последние 20 лет? Она действует следующим образом. Она создает проблемы миру. И предлагает миру решение этих проблем в обмен на что-то. То есть вот когда ты ничего не можешь похвастаться технологиями, не можешь похвастаться уровнем ВВП или уровнем жизни своих граждан, приходится идти таким серо-черным путем, когда ты создаешь проблемы и играешь такого общемирового тирана, которого все побаиваются, и мало ли чего он там с этой красной кнопкой может сделать. Поэтому, да, они идут по этому сценарию. Как только Россия выдаст первые паспорта на территории ОРДЛО, нам об этой территории можно забыть на долгие годы. Потому что это официальный для России сигнал, что теперь там наши, их точнее, российские граждане, и мы в любой момент можем начать полномасштабную военную кампанию. У нас зараз на зв'язку Бача Корчилава, він пресаташе посольства Грузии в Украине с 2005 по 2010. Добрий вечер. Добрий вечір. Ми якраз тут говоримо про те, що Росія почала або готова видавати паспорти українцям, які зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях в Луганській, Донецькій областях. Я знаю, що таке саме, за таким самим сценарієм відбувалося все в Південній Осетії, в Абхазії. Можете розказати нам, які ризики те, що буде відбуватися? Риск состоїть, абсолютно правильно, ваш експерт, я просто не знаю, хто у вас в гостях, но абсолютно правильно говорив, що це йде по сценарію, коли масово будуть роздаватися паспорта, і після цього в любой момент, любое телодвижение силовое, которое может быть расценено Россией как нападение на своих граждан, дальше они будут делать то, что делали в Грузии в 2008 году. Просто сам факт, ну, раздача российских паспортов всегда существовала на смежных территориях, на территориях СССР. Но здесь идет разговор о том, что это массовая раздача паспортов на оккупированных территориях. Вот это сам есть факт нарушения международного права полностью. Як тоді Грузія відреагувала на це? Як має зараз відреагувати Україна? Ніяк. Механізму зараз у світу, як реагувати на ці речі, немає. Точно так же, як не було механізму, як реагувати на те, що робила фашистська Германія. Да? Нету механізму реакції на це. Запретити видавати паспорта, ну, це запрещає міжнародне право. Росії наплівати на це міжнародне право, вона продовжує це робити. Дякую вам дуже. Бачу Корчилава, пресаташе посольства Грузії в Україні з 2005 по 2010, був з нами на зв'язку. Дякую вам дуже. Пане Борисе, як ви вважаєте, чому саме зараз підписано такий указ президентом Російської Федерації, коли в Україні зараз такий період міжвладдя чи що? Ну, от іменно поэтому. То есть не делалось это, ну, Россия периодически говорила о том, что Порошенко это не подходящий для них президент, и через своих официальных спикеров в том числе. То есть, если бы эта процедура была запущена где-то до начала первого тура, расклад сил мог бы быть совсем другой. То есть, мы бы видели реальное олицетворение угрозы или Путин, или я. Ну, вот ту, которую Порошенко повесил на борды. До этого она звучала как такая страшилка, да, то есть, потому что компания, в общем-то, была построена на негативе и таком вот запугивание, если можно так сказать, да.
Ну вот поэтому не делали. Сейчас, пока идет передача власти, пока идет там какие-то кулуарные переговоры, кто как на парламентский, Зеленский еще не стал президентом, то есть самое время, потому что, в принципе, меньше всего реакции в этот период Россия получит. Да, все сказали, но правильно Бача сказал, что мы ничего абсолютно с этим сделать не можем. Что касается там международного права, нарушения норм, то, если мне не изменяет память, несколько лет назад Российская Госдума приняла законопроект, который, в общем-то, любой бауманский какой-то районный суд ставит выше Международного суда по правам человека. Ну, хотя Международный суд по правам человека рекомендательно выдает решение. Но вот это говорит о том, что любой бауманский суд может отменить там вот какие-то решения такого суда. Поэтому ни о каком верховенстве права речи идти не может. Россия уже нарушила все, что можно нарушить. Единственное, радует то, что теперь Россия, вот тогда, после Грузии, ей ничего не было. А сейчас она рассматривается под увеличительным стеклом. За любое правонарушение следует санкционный пакет не только на территории Украины. Мы помним и отравление Скрипалей, и вмешательство в выборы в США и так далее. То есть вот сейчас, хотя ну, Россия делает хорошую мину при плохой игре и говорит, что нам эти санкции, в общем-то, нипочем, но риторика меняется. То есть сначала они говорили: не смешите наши Искандеры, потом уже Лавров говорит: это санкции драконовские. И неспроста в прошлом году Россия повышает пенсионный возраст для своих граждан, замораживает пенсионные накопления. Это не от хорошей экономики происходит. Ну, от на вашу думку, як будуть діяти ті люди, які зараз перебувають з українськими поки що паспортами на території тимчасово окупованих територій? Тобто це означає, якщо людина отримує російський паспорт, вона може поїхати знову ж таки в Росії. Росія не переймається потоком біженців, які може бути з цих територій. Тобто робота там ну дуже важко знайти, крім того, як або піти якісь збройні формування, або там щось спробувати продавати на ринках. Я думаю, что Россию это не беспокоит, потому что это не беженцы, которые бегут из Сирии, у которых разрушены дома. Поэтому они бегут, потому что бомбят авиацией, и там ну, находиться невозможно. То есть это люди, которые живут в городах себе спокойно, гуляют весной по паркам, в детские сады детей водят. То есть им бежать никуда не нужно. Им просто Россия в своей манере покажет, что вот смотрите, вот с украинским паспортом вы получаете пенсию такую, и вам еще ее нужно поехать там где-то получить, заморочиться. С российским вы будете получать там в полтора-два раза больше. Это стандартно делалось, так же в Крыму было. И в общем-то человек, который в принципе... Ну, у нас там богатых не так много людей, среднего класса там, по-моему, вообще практически нет. То есть люди примут чисто финансовое корыстное решение для себя, поменяют паспорт, оставят один на всякий случай украинский, а вдруг? Вот этим, точно так же, как в Крыму это было. Ну і давайте про ще одну інформацію згадаємо. Сьогодні о 22-й годині за київським часом відбудеться термінове засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з рішенням Російської Федерації про видачу паспортів жителям ОРДЛО. Як пише УНІАН, президент Російської Федерації Володимир Путін вже відреагував на це, зокрема сказав таке, цитую: «З приводу видачі паспортів сусідніми державами не робилося спроби винести це питання на рівень Радбез ООН». А тут чому? Чим відрізняється ця ситуація? Та нічим. І додав, нехай виносять, пообговорюємо. Власне, як ви вважаєте, ось те, що Німеччина так блискавично відреагувала на запит так українців і сьогодні засідає Радбез ООН, власне, про що це свідчить і, власне, чого очікувати нам від цього засідання Радбезу сьогоднішнього, яке в Нью-Йорку відбудеться? Ну, честно говоря, каких-то решительных мер навряд ли нам. Ну, то есть все осудят, понятно, как обычно. Какая-то резолюция будет принята, что это нарушение международного права, Россия так больше не делает. Ну, все то может же самое. Может, санкции какие-то, снова же такая? Может быть, да, не исключаю. То есть, может быть, будут какие-то санкции, но тут вопрос теперь, что санкции по отношению к кому? То есть, если, например, за Азовский инцидент, там 8 человек, которые причастны были к инциденту. Если за вмешательство в выборы в Соединенных Штатах, там открыли эту цепочку, там кто из ФСБ был причастен, кто это курировал и так далее. То есть, вот здесь санкции. Можно секторально по отношению ко всей России
внести. И это было бы прекрасно, если бы санкции применялись по отношению к экспорту технологий. Вот тогда Россия, которая фактически является сырьевой державой, экспортирует энергоносители, если бы она перестала получать технологии по добыче, которые она получает в большей степени из Соединенных Штатов, вот тогда Россия через некоторое время начала бы отставать. И продукты добычи стали бы не очень конкурентны на рынке, потому что добыча по отношению к другим странам была бы дороже, технологии не успевали. Вот это санкции были бы реальны. Ну вот посмотрим. Вам не здається, що якраз от ви вже згадали про те, що, мабуть, буде якась резолюція, але от якраз Радбез ООН і, власне, сама Організація Об'єднаних Націй зараз трохи недієвий інструмент в зовнішній політиці? В международной политике. Да, отчасти соглашусь, потому что, в общем-то, принятие резолюций и Россия, которая нарушила, по-моему, 3 или 4 резолюции, вторгшись на территорию Украины, аннексировав Крым, мы понимаем, что, в общем-то, это недействительный инструмент. Поэтому что здесь придумать нового, сложно сказать. Либо это формировать новую контактную группу конкретно по санкциям, но опять же мы не понимаем, где Россия появится в следующий момент. Потому что вот тот же Лавров, например, уже в наглую намекает Европе, ну вы там со своими санкциями поаккуратнее, потому что у вас-то под носом тоже может что-то случиться, на Балканах, например. И в прошлом или в позапрошлом году российские ФСБшники, которые были пойманы и доказано их участие в организации переворота в Черногории. То есть Россия открыто намекает, что если Европа будет давить на них серьезно, они могут открыть очаг прямо в самой Европе. Давайте долучимо до нашей розмови ще одну експертну думку. Микола Капітоненко, експерт, міжнародник, з нами телефоном. Вітаємо вас, пане Микола. Добрий вечір. Ми тут говоримо про тему паспортів, про їх видачу у Російської Федерації в ОРДЛО. Як ви взагалі вважаєте, ось таке рішення, чи порушує це імплементацію усіх мінських домовленостей? Так, да, це нарушає, скоріше, дух мінських соглашень, тому що буквально Росія взагалі дуже мало несе обов'язків по цим документам і не давала обещаний не раздавать свои паспорта, поэтому дух Минских соглашений, да, нарушает, поскольку они предусматривают другую траекторию конфликта. Но Россия традиционно ссылается на то, что Минские соглашения не выполняются Украиной, и прогресса никакого нет, поэтому я думаю, что нам сложно будет, ссылаясь на Мінські соглашення, як-то усилювати свою позицію. Сьогодні о 22-й за київським часом у Нью-Йорку відбудеться засідання Радбезу ООН. Як думаєте, чого нам чекати від того засідання? Можливо, вдасться так почути якісь нові санкції щодо Росії? Що би мали почути, що б хотілося, як думаєте? Я думаю, что принципиально нічого добиться не вдасться, звісно, тому що Росія – член Совета Безопасности ООН. Максимум, что удастся сделать, это услышать более четко позиции других государств, постоянно членов. В первую очередь нас будет интересовать позиция Соединенных Штатов, Великобритании и Франции. А что касается санкций, то это отдельная тема. Я не думаю, что нам удастся усилить санкционный режим против России из-за возможной раздачи паспортов, из-за указа, который был подписан Путин. И я вообще думаю, что нам следует немножко смещать фокус с санкционной политики в том, что мы делаем в отношении России, потому что санкции – это очень неэффективный и очень политически дорогостоящий для нас инструмент. Сьогодні, власне, у ЗМІ дуже так активно обговорюють питання, що це можливість до ескалації конфлікту, зокрема на Донбасі. Яка ваша думка з цього приводу? Як би мали діяти сьогодні найперші керівники держави в цьому плані? Теоретически, конечно, Россия может использовать, если там начнут раздачу паспортов, то защиту граждан России на оккупированных территориях для того, что как предлог для масштабной военной операции, так как это было в Грузии. Во-первых, я думаю, что вероятность этого достаточно низка, потому что если бы Россия была заинтересована в военной эскалации, она бы не ждала предлог и не искала его, она может это сделать в любой момент. Я думаю, что по-прежнему слишком рискованной и дорогой остается эскалация, поэтому конфликт будет, скорее всего, оставаться в таком полузамороженном состоянии. Но нам нужно доносить до европейцев мысль о том, что такой шаг России делает ситуацию менее предсказуемой, более рискованной,
И это риск не только для Украины, но и для Европы тоже, потому что при любой эскалации европейцы косвенно будут страдать. То есть делать это не только нашей, но и их тоже проблемой. Дуже дякую вам, що знайшли час і долучились до нашої розмови. Нагадаю, Микола Капітоненко, експерт-міжнародник, був з нами прямим зв'язком. Пане Борисе, ну щодо можливої потенційної ескалації конфлікту, це може бути приводом звернення Петра Порошенка поки що президента України до парламенту щодо запровадження воєнного стану? Я думаю, що поки ніяких активних дій не буде прийнято, я маю в воєнних, зі сторони Російської Федерації, оснований для введення воєнного положення от Петра Алексеевича нет. Ну, хотя мы видели, что оно вводилось и, в общем-то, без особо веских оснований, но я думаю, что навряд ли он так поступит. А что касается, ну вот здесь же вопрос, там не здесь и сейчас, там, завтра, послезавтра начнут выдавать паспорта. Здесь вопрос, если там будет 80% населения или 90% с российскими паспортами, фактически граждан Российской Федерации, как мы вообще когда-нибудь планируем возвращать эту территорию? То есть это, в принципе, становится невозможным. То есть логически подумать, если, то есть два варианта. Отбить ее силой, пока еще там не раздали эти паспорта. Да? Вариант номер два – выстроить там стену и забыть про эту территорию. То есть вот это всего два варианта, которые существуют вообще. Ну или вариант номер три, у Путина тумблер перещелкнет, и он заберет всех, все свои войска оттуда и скажет, я был неправ, и Крым вам тоже возвращает. Дивіться, який прекрасний варіант. Але є ще цікава ситуація, в тому, що у нас в українському законодавстві подвійне громадянство заборонено. Це означає, що що має робити Україна? Позбавляти своїх громадян, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, українського громадянства у випадку, якщо людина отримує російський паспорт? Ну, жителей Крыма же не лишили гражданства украинского. Во-первых, у нас нет доступа к базам данных, кто получил, кто не получил паспорта эти. А во-вторых, уже давно пора решить в нашей стране вопрос с двойным гражданством. То есть у нас реально на топ государственных должностях сидят люди с тройным гражданством, и, в общем-то, всех все устраивает. Решить этот вопрос довольно просто. Просто не нужно давать двойное гражданство с соседними странами, когда у них не будет повода там защищать своих граждан. А, например, двойное гражданство Украины США, да почему бы нет, или Украина Израиль, пожалуйста. Ну, власне, що відбувається зараз на території ОРДЛО у зв'язку із рішенням Російської Федерації, розповіла сьогодні 4-му каналу Віра Ястрібова, виконавча директорка Східної правозахисної групи. Давайте послухаємо. На теперішній час, з вчорашнього підписання даного наказу, по нашій інформації, звернулося десь приблизно около 12% тих громадян, які мають право на... Тепер вже мають право на отримання паспорту Російської Федерації, але ця кількість буде збільшуватися. На теперішній час ми розуміємо, що Російська Федерація не буде оприлюднювати перелік осіб, які скористалися цим ганебним наказом Російської Федерації. Отже, по факту ми розуміємо, що люди будуть залишати на руках паспорт і громадян України, і отримувати паспорт так званої Російської Федерації, тому що, на жаль, як ми розуміємо, ця профанація від Російської Федерації не надає жодного права на отримання соціальних виплат. І про це Російська Федерація та влада так званих ЛНР і ДНР мовчить. Тобто це означає, що, по суті, люди, ну, наприклад, пенсіонери да, в так званих ЛНР-ДНР, можуть отримувати пенсію і в Росії, і в Україні. Так. Да. І я думаю, що вони щасливі тепер від цього, тому що наш чоловік же думає, що обмануть государство, ну, которое його, по його мнению, обманувало всю жизнь, це вища награда. Але послухайте, 12% за добу, ну, про що можуть свідчити такі цифри? Эти цифры говорят только об одном, что там будет через год 80% населения с российскими паспортами, а может быть и больше, потому что в Крыму, ну просто у меня много знакомых из Крыма, я сам там родился, в Крыму люди аж бежали за этими паспортами, мы помним, как они сжигали украинские и счастливо танцевали. Поэтому
И Крым не был в стадии войны. То есть это был мирный солнечный полуостров, где люди просто вот радовались и бежали за этими паспортами. И вот, а здесь люди, которые там находились в стадии войны, воевали на стороне российского агрессора. Вот. То они вообще теперь... Для них это такая скрепа, паспорт, которая соединяет их с материнской Россией, за которую они фактически и воевали, по большому счету. И вот поэтому и они, наконец, выдохнули, что теперь Россия своих детей приняла, потому что также они были в неопределенном положении. То есть для них это большой праздник, потому что, во-первых, там уже давно вещает российская пропаганда на этой территории, а мы знаем, что год-два вещания российской пропаганды, и человек диаметрально противоположно меняет свою точку зрения на все практически. Вот поэтому промытые пропагандой люди, люди, которые себя считали русскими там долгое-долгое время, и в Крыму такие есть. Ну, потому что о Крыме нужно было думать, когда мы пустили туда российский флот, и когда Лужков по программе отстраивал огромные микрорайоны домов в Севастополе, например, куда российские пенсионеры выходили на пенсию и оставались там жить. Фактически он наполнил весь Крым российскими военными пенсионерами, которые до мозга кости, отслужив в российской армии и ходя в церковь, боготворят этого Путина. То есть мы Крым потеряли не 5 лет назад, а намного раньше. Послухайте, вже ми почули заяву Петра Порошенка, відреагували на це у штабі Зеленського. Але, по суті, хто тепер має займатися цим питанням, так? І як, власне, зробити так, щоб оце число в 12%, якщо воно справді реальне, щоб воно не росло? Що мусить робити сьогодні? Чи той, хто ще чинний, чи той, хто вже, по суті, так, майже новий президент? Я думаю, що необхідно розробити механізм. Поки не знаю, це вопрос к юристам. Хоча б... изначально немножечко напугать и сказать, что если будет доказано, или там мы получим эту базу, взломаем, не знаю, там что-то в России, или каким-то другим образом мы получим базу тех, кто получил российские паспорта, эти люди автоматически будут лишены украинского гражданства с лишением, в общем-то, всех тех сопутствующих благ, которые это гражданство им приносило. Поэтому Россия сегодня вам паспорта дает, а завтра забирает, а украинского вы лишаетесь навсегда. Хорошо подумайте. Вот такие месседжи должны... По сути, это какая-то контрпропаганда, какая-то має бути у того решения, правда? Да, но это, опять же, это нарушение тоже прав граждан, которые там находятся. Запугивать их лишением гражданства, лишить гражданства тоже по процедуре только можно. Поэтому вот этот механизм необходимо разрабатывать. А який из президентов теперь має займатися цим питанням? Ну, Порошенко точно не успеет. Ну, значит... це означає, це ускладнює, по суті, проблему для майбутнього президента і майбутнього парламенту. Безусловно. І Верховної Ради в тому числі. Давайте про іншу тему ще згадаємо. Заступник керівника Генеральної прокуратури України Євген Єнін пішов у відставку, пояснив своє звільнення власними принципами та переконаннями. Євгена Єніна призначили заступником генпрокурора влітку 16-го року. Крім того, Єнін очолював слідчу групу, що розслідувала справу олігарха-втікача Сергія Курченка. У кримінальному впровадженні фігурує близько сотні осіб. Їх підозрюють у нанесенні мільярдних збитків державі. На певному етапі ситуація навколо розслідування почала розвиватися той спосіб, який пішов, стало в розріз з моїми життєвими принципами. На сьогоднішній день, можливо, ще не час і не місце розказати про роль і місце кожного навколо цієї історії, але цей час настане. Цікаво, чому саме зараз? Ну, тобто, і в Генпрокуратурі прекрасно розуміють, куди дме вітер. Вітер. Ну, я думаю, Генпрокуратура – это же неоднородный орган. Там постоянно какие-то конфликты групп влияния возникают. Тот же Кулик там с генпрокурором и так далее. То есть дело по отношению к ближайшему окружению Петра Порошенко, дело Курченко фактически, вот оно и есть. Поэтому, ну, все понимают. Ну, на самом деле, вот что это за такие ни время, ни место, я вам потом как-нибудь расскажу. Ты, заместитель генпрокурора, возьми да и расскажи сейчас, чего тебе уже терять. Петр Алексеевич уходит, Луценко тоже скоро там не будет. Рассказывай давай людям.
Ну, що він ти? Так дещо сказав, що справа, можливо, зокрема, анонс. Курченка так заполітизована була, так? Ну, тим самим, чи він натякнув на те, що йому там заважали якось займатися цією справою, чи що? Тому що давайте знаємо пана Горбатюка, який казав, що генпрокурор втручався у розслідування справ Майдану, так? І, ну, власне, того вони, каже, і не розкриті, пан Горбатюк. І сам, власне, претендує на місце генерального прокурора. Ну, да, то есть движения, сдвиги этих тектонических плит пошли, и я думаю, что просто массово не перекрашиваются люди по одной простой причине. Потому что еще не понимают, кто в какой конфигурации пойдет на парламентские выборы. И будет ли Зеленский иметь большинство или коалицию со своей партией в парламенте или нет. Если он их там иметь не будет, то, в общем-то, это ограниченный по всем параметрам президент будет, с урезанными функциями, которые ему сейчас пытаются, в общем-то, добавить. И, в общем-то, все. То есть тогда уже выгоднее будет играть с влиятельными группами промышленными, которые зайдут в парламент. Поэтому все присматриваются и понимают сейчас, ну, какая будет конфигурация, и там же побегут перекрашиваться. Это же нормальная история, потому что политическое, института политической репутации у нас же нет в стране. Институт, вот парадокс, институт бизнес-репутации существует. Политической репутации нет. Бизнес существует, потому что когда ты в бизнесе теряешь репутацию, ты теряешь деньги. Когда ты в политике теряешь репутацию, ты не теряешь ничего. Потому что и нужны даже такие беспринципные, гнусные депутаты, чьими руками можно, например, выносить там Яценюка из зала или еще что-то делать. Это справді парадоксально, так. Але креатура генерального прокурора – це посада президента. Тобто він буде пропонувати. І всі прекрасно розуміють. Тобто, от, наприклад, пас такий Сергія Горбатюка, що, мовляв, я теж можу очолити генеральну прокуратуру. Це якраз пас на, в бік Зеленського. Ну, да, он как бы начинается, как это, продажа самого себя, торговля лицом начинается. Пиар, да, пиар. Но Данилюк же сегодня, Данилюк, кстати, он, ну, наверное, один из самых близких к штабу, то есть он там, то, что говорит Данилюк, рано или поздно может сбыться. Ну, или как минимум он инсайты какие-то приносит. Вот Данилюк сказал, что, скорее всего, генеральным прокурором станет какой-то гражданский активист. Давайте послухаємо, що він сказав. Власне, команда кандидата на президента України Володимира Зеленського вважає, що нинішній генеральний прокурор України Юрій Луценко має залишити свою посаду. Про це сказав член команди, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк на заході Європейської бізнес-асоціації, яка була у четвер у Києві. Передає Інтерфакс. Давайте послухаємо пряму мову. Окрема позиція щодо Юрія Луценка. Я розумію, що наразі є колосальне бажання істеблішменту зберегти статус-кво. Але Володимир Зеленський під час оголошення результатів виборів зробив важливу заяву. Він вважає, що Луценко – людина минулого. І він, якщо хоче, може повернутися до політики, але точно піти з посади генерального прокурора, куди мають прийти люди, які проведуть реальну реформу. Данилюк радить, щоб цю посаду обійняв хтось із активістів, до прикладу, антикорупціонерів. На думку екс-міністра, громадські діячі мають, цитую, хорошу репутацію, серйозну підтримку суспільства. От на вашу думку, хто це може бути? І чи просто так прозвучала ця заява, чи не спроста? Ну, я думаю, що заявлення це прозвучало як мінімум, це результат уже определенних переговорів. На самом деле, антикорупційних громадських активістів у нас не так много. Ну, я маю в виду тих, хто не эскиз за 5 лет. Зараз на Шабунина натекает? Ну, к Шабунину у меня тоже много вопросов, и к Центру противодействия коррупции. Ну, подходит, да, то есть подходит Шабунин. Те же журналисты-расследователи, например, которые, ну, прям вот не боялись эти расследования, понимая, к каким последствиям может привести, публиковали. Тоже у людей нет страха и, в общем-то, есть желание бороться с этим. Поэтому тот же Сергей Лещенко, который как бы две функции в себе совмещает, он как бы и журналист-расследователь, и борец с системой. Він якби в команді Зеленського, а якби і не вийшов, коли Зеленський представляв команду, взагалі з ним питання. Да, вот поэтому ждем какого-то молодого, у которого хватит сил. Но ведь проблема в том, что ты можешь поменять генерального прокурора, но нужно же менять систему вниз туда, всю. То есть вот когда меняют этих губернаторов, глав ОДА,
то меняют их там, они сидят на шестом этаже, как правило, шесть этажей в ОДА, они там на шестом сидят, советников поменяли рядом в кабинетах, а пять этажей вниз, это люди, которые при всех каденциях там были, которые функционируют, земельку департаменты там. Департаменты очолюют. Да, вот это все, то есть нужно менять, это нужны колоссальные человеческие ресурсы, чтобы менять всю эту систему. И здесь нужны целые департаменты HR, если так можно сказать, которые будут набирать не только туда наверх, но и вот на эти все этажи вниз. А по сути, это такая певная иллюстрация має відбутися? Ну, я бы это слово не хотел. Это слово, как и лоббирование. Переформатування, називаємося так. От так. А як ви вважаєте, чи можемо ми побачити у кріслі генерального прокурора когось з тих, хто, можливо, і був уже долучений, так, і має... И мое не наше прізвище, скажем так, так? Запрошенный гість такий. А кого же это вы сейчас? На Давида Саквареллидзе, зокрема. Да. Вот, кстати, хорошая кандидатура. Мы вот говорили об этом и правильно подметили, что Давид Саквареллидзе – это человек из системы, который боролся с коррупцией. Но он так активно боролся, что, в общем-то, сильно перестарался, и система его выплюнула фактически. Поэтому ему... даже по личным, по амбициозным своим качествам туда хочется вернуться и эту систему развалить. Вот это был бы хороший вариант, например, потому что я его так знаю, и, в принципе, я уверен, что он бы мог справиться. І Саквареллидзе, і Саакашвілі підтримували Зеленського під час передвиборчої кампанії. Можливо, пан Михаїл? Ну, пан Михаїл довольно неуправляемый. Вот это, знаете, почему Надежду Савченко никто не берет сейчас в парламентскую обойму какую-то свою? Она сама, каже, будет идти. Да, они берут ее, потому что никто не знает, что она сделает завтра. Она не прогнозована. Да, а когда ты берешь человека в команду, ты сразу же из репутационного вот этого озера делаешь сообщающиеся сосуды. Если кто-то здесь... теряет репутацию, то ты здесь ее тоже теряешь, потому что этот человек из твоей команды. И будут писать, что не Давид Саквареллидзе, например, там что-то не сделал, а человек из команды Зеленского. И вот, вот поэтому крайне важно подходить вот к кадровым вопросам внимательно. Ну, посмотрим. Напередодні ми зв'язалися із колишнім заступником генпрокурора Олексієм Баганцем і спитали, що він думає щодо пропозиції Данилюка. Давайте послухаємо. Експерименти над правоохоронними органами України, які ні до чого хорошого не призвели за 5 років і не призведуть в майбутньому. А я б Данилюку завжди, бо якби була в мене така можливість, я б йому задав питання. Назвіть мені, будь ласка, одну країну в Європі, будь-яку, чи пострадянську, чи посткапіталістичну, назвіть мені одну країну Європи, де генеральним прокурором призначений громадський активіст має. Це просто чергові експерименти над Україною, це знущання над Україною. Цікаво, що, до речі, в команді Зеленського ще напередодні другого туру лунали прізвище, наприклад, тієї самої румунського генпрокурора, яка б могла б також очолити генпрокуратуру українську. Щоправда, вона зараз балотується, хоче балотуватися до Європейського парламенту. І поки що невідомо ані її бажання, ані можливості, як її тут працевлаштувати. Ну вот вообще эти эксперименты с варягами, с экспатами, которых сюда привозят и которые просто не, физически не встраиваются в эту систему, потому что люди работать приезжают, а тут тебе с первого дня чемодан заносят в кабинет и говорят, давай вот тебе 48 тысяч зарплат и сделай как надо. И люди просто в шоке. Во-первых, от таких денег, а во-вторых, от того, как тут все работает. И дальше начинается саботаж на местах. То есть какой бы ты прекрасно ни был руководитель предприятия, если система саботирует, ты ничего не можешь делать. В итоге ты просто потому, что ты ничего не можешь сделать, ты не можешь привести с собой всю команду и заполнить министерство, ты уходишь. Потому что каждому амбициозному человеку, менеджеру государственному, важно видеть результат, а не бороться с ветряными мельницами. И я помню прекрасно, как вот этот эксперимент был идеей Ложкина, кстати, когда он привез Абрамавичуса, Яреська, Хатію Деканаїдзе, Екус Гуладзе. И я помню, как работала Хатія Деканаїдзе. Она ночами не выходила из этого МВД. Ну, помните самое начало реформы, когда мы увидели новых полицейских, когда они стали по-другому себя вести? Прекрасная, красивая картинка была. Да, потом ее убрали оттуда.
И, в общем-то, на этом все остановилось. Я надеюсь, что сейчас экспатам дадут возможность доработать и довести то, что они начинали, до конца. Ну, власне, взагалі, дивіться, і от про Саакашвілі ми з вами говорили, так? Його ж теж запросили сюди, і, власне, і громадянство, і така дружба, і це теж була така красива картинка. Бачите, так само десь це відбулося, як із Хатією, певно, Деканоїдзе, правда, як із Давідом Секверлідзе. Чи не вважаєте ви, що це взагалі якось, ну, дико, як це світ взагалі на це все дивиться, що ми запрошуємо сюди іноземних радників, тут, кажемо, давайте реформувати, допоможіть нам, поділіться досвідом, а потім, ну, це все перетворюється на якийсь такий скандал і взагалі таке... Якісь з якимись ворогами стаємо. Репутаційні ризики для України виникають. Репутаційні ризики тут і справді які. Совершенно верно. І коли ми приглашаємо сюди іностранців, то це ж хоч якась імітація реформ. От ми нових людей не за п'ятнаних приглашаємо, вони тут поработають. Вони їх приглашають з повною уверенністю, що з ними вдасться договоритися. Договоритися вдається не зі всіми. Тот же Абрамавичус, который был в шоке, когда ему там звонили и говорили, ты этого назначишь и этого. И он просто ушел. Он говорит, я так не работаю, так нигде не работаю. Потому что у людей есть опыт работы в цивилизованных странах. И когда они видят такое, они, конечно, уходят и понимают, что они не справятся. Ну, потому что один человек систему не сломает. Я очень надеюсь, что приглашение тех же экспатов, пусть и по второму кругу, все-таки дасть свій результат. Якщо їх система виплюнет опять, значить ми будемо розуміти, що нічого в цій системі не міняється. Володимир Зеленський звинуватив Центральну виборчу комісію в затягуванні оголошення офіційних результатів виборів. Про це він повідомив у своєму відеозверненні у Фейсбук. Він впевнений, таким чином ЦВК намагається затягнути дату інавгурації, щоб надати йому можливості розпустити Верховну Раду. Перемога є, а повноважень немає. Хтось від мене булаву ховає. Що відбувається, я поясню. ЦВК затягує офіційне оголошення результатів. Чому? Щоб Верховна Рада могла затягувати дату призначення для інаугурації. Щоб інаугурація була після 27 травня. Чому? Щоб у президента Зеленського не було навіть можливості думати про розпуск Верховної Ради. Якщо казати про взагалі от такий формат відеозвернення, з одного боку він міг би скликати прес-конференцію, з іншого боку краще записати відеозвернення до людей. Питання, до кого от він зараз звертається? До ЦВК? ЦВК явно не відреагує. Ну, йому важливо хоча б так роз'яснити тим людям, які за нього проголосували, що відбувається. На самом деле, ну, это один из инструментов. У Трампа, например, Твиттер есть, да? Который, да, он тоже пишет, где он тоже там периодически бушует и в разные состояния впадает. И иногда потом выдаляет свой Твиттер. Да. И эта информация расходится намного быстрее, чем вот видеообращение или Твиттер президента. Потому что на Твиттер президента может подписано быть полстраны. И тут же, в эту же секунду, увидеть это сообщение. Поэтому я думаю, что хороший формат, тем более у нас информационное пространство безумно ускорилось, и читать какой-то лист там А4, да, или два листа А4 никто не будет. Президент сказал там и так далее. Ответил, 2-3 слова сказал, все поняли, прекрасно. А загалом, как вважаєте, чи справді ЦВК не затягує часом офіційно? Да, конечно, затягивает. То есть теоретическая возможность распустить Верховную Раду все-таки президентом существует. Но еще чуть-чуть, и ее не будет. Поэтому все, Верховная Рада понимает, что распуск Верховной Рады там летом, да, досрочный, это прямо пятая часть Верховной Рады, это партия «Слуга народа». Плюс еще там Юлия Владимировна, вот те и коалиция. Да и в принципе, кстати, Петру Алексеевичу тоже неплохо было бы в досрочные сыграть, потому что вот сейчас на этой... Так это выгодно обоим зараз выражает? Ну да, Петру Алексеевичу тоже. Мне почему-то кажется, что вот сейчас, когда он получил такую поддержку, и пока еще негодует его электорат, и говорит, как так, такое могло случиться, прости, там приходили с ним прощаться. Дякую, с балкона. Была акция, пока так. Они еще такие активы, пока они не забыли вообще, вот они бы сейчас проголосовали за его политическую силу. До речи, уже маем реакцию Центральной выборчей комиссии. За словами Радченко, заяву Зеленського безпідставні. Центр виборчком працює навпаки з випередженням графіку.
Про це сказав заступник голови ЦВК Євген Радченко, заявив в інтерв'ю телеканалу «Прямий». Ну, тобто, ми працюємо, мається на увазі, ніхто ж не може перевірити або прискорити, або навпаки загальмувати роботу ЦВК. Тобто, це лише члени ЦВК мають робити. Ну, да, но ЦВК ж формувалась по квотному принципу. Тобто, ми розуміємо, що там... І квоти Зеленського там немає. Да, от, очень точно. Власне, буквально на днях так на сторінці пана Зеленського був опублікований таке собі опитування, що ви думаєте з приводу дострокових виборів, там варто чи не варто. Та потім вони заявили, звичайно, що це не їх сторінка, там і це фейк. Але між тим, як ви думаєте, оцю прощупують оцю ситуацію? Що думає народ з цього приводу? Звісно. Я думаю, що от дуже логічно в головах избирателей, які голосували за Зеленського. Не просто переформатирование власти там, в части президента, да, вот поменяли президента, не из системы, новый, но нужно сразу же следом и парламент таким же сделать, взять туда нормальных людей, тоже не из системы, адекватных, и так, ну вот смена власти такая волной за один раз, вот в головах это хорошо, в общем-то, ложится, потому что если мы получим нового президента и старый парламент, ну, не буде підтримувати, так, чи ну, президента? Невозможно, а точно не буде, і це, якщо президент буде там вміняємося. Тобто думки розпустити парламент у Зеленського або його команди були? Або є? Да, да. Ну, просто тому що йому дуже вигідно це. Тобто, от Зеленський, який... Зеленский же почему идеальный? Потому что он не говорил ничего, потому что он обезличил свою компанию, абсолютно полностью обезличил. Ни лица, ну, такая ни... виртуализована была вся эта история, да, нет? Тут даже не виртуализована, а именно обезличивание. То есть вот если мы посмотрим на наружную рекламу всех остальных кандидатов, у большинства лицо, флаг там, я решу, я помогу. У Зеленского его даже не было. Мы их там... Епоха уходить, епоха приходить. Ні обіцянок не пробачує. Да. І взагалі в інтернет так перевів всю свою передвиборчу кампанію. Да, і вийшло, що от чим менше він говорить, тим він більше зберігає свій електорат. І от зараз йому прийдеться говорити багато на всі теми, приймати непопулярні рішення, і він розтеряє к парламентським от цей от свій, пусть і віртуальну партію поки що, але вона ж... как-то в фізичних людей должна собратися. Ну, от, власне, харизма, нібито харизма цієї партії, вона зараз тримається лише на харизмі Зеленського, поки що ніхто не знає, хто в цій партії. Да, так і є. Тобто, от це чисто Зеленський, тут тільки Зеленський, і все. Тобто, це просто його рейтинг, фактично, який там проєцирується на цю партію. Когда эту партию наполнят какими-то такими вменяемыми, молодыми, нестандартными, когда начнут делать и продавать продукт, ну вот медийный, который они умеют делать, кстати, хорошо умеют делать. И вот тогда начнется вот это новое шоу. То есть партия «Слуга народа» кардинально будет отличаться от всех партий, у нее будут крутые ролики, там многоплановые, там будет много креатива и все, что нравится людям, потому что они годами делали то, что нравится людям на плюсах, на ТСН, они делали этот коммерческий продукт. Они максимально до микрона посчитали, где эмоция, где какие всплески, на кого это нужно ориентировать. Они это умеют делать. Остальные же наши, я их пиджаки называю, ну, форматные политики, уныло будут пытаться повторять, копировать это все. Но если ты Мороз, например, да, то как бы ты ни веселился, да, как бы ты там ни танцевал, ты Мороз, ты динозавр, вот ты не поменяешься уже. Вот поэтому они могут как раз на вот этом новом имидже, на визуализации, на крутых... Да, сыграть штуку. Дуже дякуємо вам за розмову. На жаль, наш час завершився. Нагадаю, у гостях у нас був Борис Тизенгаузен. Зараз короткий випуск новин, а потім авторська програма Дмитра Добродомова «Ми зможемо».